сворачиваем на Симферопольское шоссе, ребятки. Впереди ЦКАД, который я так полюбил, потому что очень-очень мне удобно ездить и в рай, и, в принципе, какие-то местные перемещения тоже. То есть ты совершенно без всяких пробок, на большой скорости, по хорошей дороге, освещенной, объезжаешь Москву. Конечно, напрашивается вопрос, нахрена она нужна, если ее надо все время объезжать. Но нет, друзья мои, это центр, узел. Все туда прутся, ну и пусть прутся. Интересно, остановят меня или нет. Я уже так давно ГАИ не останавливали, что я даже соскучился. По-моему, последний раз останавливали, знаете, когда? Мне кажется, в 2019 году. Конечно, могу ошибаться. Ну, в общем, ЦКАДик впереди, сейчас врублю статус-кво. Вот, ну еще раз говорю, по поводу игр, значит, ребятушки. Майнкрафт. Я сейчас буду плотно читать, заниматься этим вопросом. Потому что я хочу понимать, что это. И я вижу, что это грандиозный прорыв, вообще грандиозный замысел. Все там вопросы измерений, которые меня так волнуют, присутствуют. В общем, там свобода творчества. И эта игра реальности очень для умных людей. И поэтому... Все изучу и будем с вами в Майнкрафт втыкать еще так, еще как. Вот, еще как. И, как говорится, ну, посмотрю там, посмотрю, что люди выкладывают, как там что делать. Ну, естественно, я думаю, вряд ли я придумаю там что-то новое, но все-таки я считаю, что надо, как говорится, по-любому надо действовать, ребятки, и вам того же советую. Надо действовать. Это без вариантов. То есть вот... лежать, подыхать? Нет, надо действовать. Надо действовать.